На плацу Новосибирского военного института имени генерала армии Яковлева состоялся 47-й выпуск молодых офицеров Росгвардии. В торжественных мероприятиях участвовали командиры и начальники Сибирского округа войск Национальной гвардии, представители органов власти и общественных организаций, ветераны и родители выпускников. В этот раз дипломы получили 250 офицеров. Товарищ генерал-майор личного состава 13-й роты факультета сил специального назначения. Дипломы и нагрудные знаки об окончании военного института вручены. С поздравлениями и пожеланиями к выпускникам обратился командующий Сибирским округом Росгвардии Николай Марков. Генерал-полковник отметил большой вклад командования и руководства военного института профессорско-преподавательского состава в подготовку нового поколения офицеров, защитников Отечества. Уважаемые товарищи выпускники, поздравляю вас с успешным завершением учебы. Весь коллектив института с этим знаменательным событием. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, успехов на нелегком военном поприще. С праздником, товарищи офицеры! Ура, товарищи! Ура! Выпускники клятвенно пообещали быть достойными гражданами, верными и мужественными офицерами и не щадить своей жизни для достижения полной победы над врагами. Быть верным военным присяге, неукоснительно соблюдать кодекс офицерской чести, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Со дня своего основания учебное заведение подготовило для войск более 12 тысяч офицеров. Почти 70 выпускников стали генералами. Из стен вуза вышло 7 героев Российской Федерации, четверо из них удостоены этого высокого звания посмертно. За это время и добрых традиций в церемонии прощания с вузом накопилось. Это и вальс семейных пар выпускников, показательное выступление курсантов факультета сил специального назначения, дефиле с карабинами роты почетного караула. А с песней «Прощайте, курсантские годы» выпускники последний раз прошли торжественным маршем по плацу института. Завершение официальной части выпуска офицеры по традиции отметили салютом из фуражек. Да,